Всем привет, друзья, вы на канале Duda Play. И мы играем Kills of Steel. Я выбрал окраску вдова. Да, видишь, черная. Жук такой, арахнит. Окраска черная вдова. Вот, значит, такой агрессивный танк. Мощный, красивый. Арахнидик. Стреляет лазерами. Мне нравится арахнит. Так, ну, достаточно с дальнего расстояния можно, да, стрелять? Да. Хорошо. Так, давай, иди сюда. Есть. Уничтожили. Так, вот этого сейчас будем щелкать. Есть. Готово. Он достаточно, если ты его прокачаешь, арахнида, он очень сильный танк. С одного удара практически уничтожает. Вражеские. Опа. А нет, нифига. Ни с одного удара. Надо несколько раз стрелять. Но если будет прямое попадание, может быть, с одного раза и можно убить. Сейчас я попробуем. Попробуем с одного выстрела. А, нет, видишь, попали куда. Сейчас надо ему прямо в голову целиться. Есть. Все, монетки собираем. Вот этого. А, смотри, такой же самый. И готово. Все. Так, вот еще едет, смотри. Ёлки-палки. На. Есть. Вот этого сейчас. Красненького. А, да здесь, в принципе, можно просто не отпускать ручку. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Тихо, тихо, тихо. Ну что ты? У меня здоровье уже, смотри, красненькое какое стало. Ладно. Армада едет, танк и босс. Угу. О, да, в принципе, мы его щелкнем, смотри. На, получай. Готов, готов наш босс. Мы его уничтожили, ребятушки. Три волны было защищено. А чтобы играть дальше, опять стоит 5 алмазов. Но у нас 188 алмазов. Сейчас станет... 198, почти что 200. Почти что 200 алмазов, хорошо. А, теперь можно нам поиграть классический. Поиграть в патруль джунглей. И возьму я для патруля джунглей свой танк, любимый, Феникса. Да, поехали на Фениксе. Так, у нас ровно 2000 монет. Мы можем какую-нибудь покраску купить. Опа! Сейчас будем вот этих всех уничтожать. Опа! Так, я чуть не перевернулся, представляешь? Так, хватит тебе это стрелять. Так, вот этого друга давай поджарим. Во! Два вертолетчика. Так, ребятушки, давайте быстро мне. О, есть. Готов. Отправляемся дальше. О, сейчас попробуем. Здесь я очень быстро еду. О, красненький лежит что-то, чувак. На. Что ж такое-то? Все, босс. Ага. Давай, кнут. Давай, мы тебя сейчас щелкнем. Кнутик, кнутик, получай урончик. Все, уровень пройден. Забираем ремкомплект. Ах, не успела тебя поджарить. То же самое. О, блин, ладно. Так, бригада. Сейчас поджарим. Вертолетчик есть. Готов. Красненький. О-о-о. Так, а что ж мне с тобой делать-то, а? Ладно, живи. Живи, друг. О, вертолетики. Раз вертолетик и второй. Нет, смотри, живучий какой.
Вот. А вот эти, кстати, истребители, они легко уничтожаются. У них здоровье маленькое. О. На, получай. Будем просто проезжать так быстро и все. Оп. На. На тебе. Еще сколько ж вас много-то, а? Так, а здесь мы, наверное, подождем, слушай, вертолетчиков. Сейчас они назад поедут. Все. Босс, а, вертолетчик, босс, вертолетчик, бомбардир. Ну давай, едь сюда. Я тебя поджарю. Так, быстренько подлечусь. Есть! Сразу два ремкомплектика у меня. Все, 100% здоровье. Едем дальше. Так, вертолеты. Самолеты. Танки. Ё-моё. Так, давайте я вас быстренько отжарим. Ух ты, какой ты опасный, а, смотри. Смотри, какой ты резкий, а. Едь сюда, давай, ко мне. Всё. Готов. Дружбан. Так, этого тоже надо быстренько щелкнуть. На. Так, такая бригада большая здесь. Опа. Так, тихо. Вот этого сейчас. Два вертолетчика. Два вертолетчика, ребята. Так, и вот это, смотри, стоит, стреляет. Есть. Второй. Готов. Третий, дружище. Держи. Опа. Есть. Блин, не получилось мне самолет уничтожить. Вот, еще один самолет. Так, и вы, ребята, здесь стоите. Так, красненький, иди сюда. Так, и ты, дружище, давай, поехали. О, вертолеты. Так, надо вертолетчик, у меня не получилось еще. По заслугам. А. Так, этот кат стреляет, стоит, смотри. Так, сейчас я вас обоих щелкну. Ух ты! Два самолета было. Так, вот ты куда улетаешь, а? Ты куда улетел? Вот еще вот этого сейчас щелкну, маленького. Так, вертолетик. Ух ты, самолеты пошли. Очень быстрые они. Самолеты. Есть. Теперь вот этого друга. Тоже мы уничтожили. И скоро у нас будет, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, самолет. Скоро у нас будет босс. Да когда же босс уже, ребят? Давайте мне босса, мне нужно подлечиться срочно. После этого, наверное, да. После этого босс. И кто же у нас там босс? Армада. Так, ладно. А, он уже начинает атаку, а? Какой ты резкий. Берем ремкомплект. И этим все. Все, половина здоровья у меня. Да, вот это, подожди, это не добил еще что ли? Давай, давай, давай. Так, ну ждем вертолетики. Есть. Вертолетик. Теперь вот этого надо убить. Стреляет тут пирожками. Есть. Так, самолетик. Хорошо. Два самолетика. Да что ж ты будешь делать-то, а? О, самолеты.
Вертолет уничтожили. Так, вот это вышел, стреляет, теперь стоит. На! Еще, я тебе не попадал, что ли? Не попал в тебя? Да ё-моё. Хватит уже бросаться. Во, взорвался наконец-то. Всё, здоровье уже маленькое у меня. Так, есть два вертолета, сразу погасили. И вот этого, есть, готов. Бригада, бригада, бригада. Ой-о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 й. Все, здоровье у меня уже совсем-совсем никудышное, ребята. Так, еще одно попадание какое-нибудь. Все, уничтожили. Да.